Российская академия наук – это очень важный для всего нашего общественного состояния, для экономики, для дальнейших наших перспектив развития составляющий фактор, что к нему нужно подходить крайне осторожно, крайне взвешенно. И для многих явилось неожиданным вот такие радикальные решения, кардинальные решения, которые сегодня предлагаются. Я на стороне тех депутатов, которые предлагают остановить этот вопрос в первом чтении для того, чтобы иметь возможность через опросы, референдумы, различные исследования и только тогда принимать решение во втором чтении, чтобы учесть все аспекты. Не должно быть здесь поспешного решения. С моей точки зрения, мы идем по очень такому пагубному, тревожному пути, его надо останавливать в первом чтении.